Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Сегодня воскресенье, и я, наконец, нашла немного времени, когда я могу выполнить просьбу многочисленных зрительниц, как я укладываю свои волосы. Я не делала ничего особенного, все это очень просто, и я хочу поделиться своим методом, как я это делаю. Я это делаю на протяжении многих-многих лет, начиная, например, лет 16. Раньше это были термобигуди, сейчас это электрические бигуди, я вот показываю их вам. Да, сейчас это вот от компании Remington, такие бигуди. Всего их 5 штучек, я уронила свою расческу, секунду. Всего их 5 штучек, и они вот такого размера именно. Ни больше, ни меньше. Это я нашла для себя идеальным размером. Сегодня утром, давайте начнем накручиваться, а потом буду вам рассказывать. Я просто вымыла свои волосы, высушила их феном, и вот, надо немножко сдвинуться подальше, и я вот так вот их буду накручивать. Всегда это назад, всегда это будет повернуто назад. Я использую для этого такие вот клипс. Вот они не оставляют никаких следов. Мне не нравится тем, что они очень хорошо держат и не оставляют никаких следов. Я всю жизнь накручиваю только 5 штучек, какая бы длина волос у меня ни была, или короткая, совсем короткая, или длиннее, я всегда делаю одно и то же. И всегда это великолепно работает для моих волос, всегда это великолепно смотрится. Но сейчас мы поговорим о том, как их помыть, подготовить правильно к этому, потому что если шампунь неудачный, волосы уже лежат по-другому. Мне на это требуется буквально несколько минут, максимум 5 минут. Если у вас есть больше времени, можете походить чуть больше, но на самом деле достаточно всего 5 минут. Мои натуральные волосы очень прямые. Вот это сейчас то, что вы видите, достаточно прямые волосы. Я делаю highlights, не знаю, как милирование называется по-русски, да? На эти волосы я еще пока полностью их не крашу, только делаю highlights, что, в общем-то, всегда смотрится гораздо красивее и объемнее. Вот, и накладываю, и сзади я накручиваю самую последнюю штучку, бигудишку, чтобы все волосы смотрели вниз. Обратите внимание, что я накручиваю их все вниз. И все вот в этом вот направлении. Вот это вот сюда повернуто, это сюда, то есть вот в эту сторону. Две, и три назад. Три назад. Сейчас я выключу бигуди, одну секундочку. И я буду опять с вами. Вот. Что я сделала предварительно перед тем, как... Нам нужно буквально несколько минут подождать, поэтому я буду продолжать говорить. Что я сделала предварительно? Я вымыла волосы, я использую, как я уже говорила, вот этот мне очень нравится шампунь, называется от фирмы Kerastase Эликсир. Есть еще другие, я вот получу их завтра и покажу вам тоже. Не самый тяжелый эликсир, а достаточно он имеет масла, но не так уж много в себе. Потом я могу использовать или кондиционер, или вот эту вот маску, называется Cover маска. Она наносится буквально на 3 минуты. Это я получила от своего парикмахера, она мне продала эту маску, достаточно очень хорошую, после волосы ее получается очень шелковый. И вот еще что она мне посоветовала, я тоже использую периодически, это вот такой препарат, называется Olaplex. Он наносится на невымытые волосы минут на 10 или больше, настолько, насколько вы можете. И он очень сильно укрепляет структуру самого волоса, из этого волос получается очень хороший. После того, как вот у меня последний парикмахер, она очень-очень опытная и завоевала 6 раз призы здесь, в Канаде, и участвовала в мировых конкурсах очень много раз. Поэтому она очень опытная, и всегда ищите в каждом городе парикмахера, который действительно профессионал, действительно вам даст хорошие советы, что улучшит качество ваших волос. Вот это вот. Пока я еще немножко жду, пару минут. Я когда-то обещала показать вам, как я наношу крем-пудру. Я уже нанесла вот сейчас утром слой крем-пудры на свое лицо. Я вам покажу, как я делаю вот такие вот highlights. Это будет смешно выглядеть, но это даст нам пару минут подождать. Посмотрите, вы должны делать это вот так вот, такой вот полосочкой. То есть у меня есть Armani, такой очень светлый консилер, очень-очень светлый. Я ношу полосочку вот так вот ее посередине носа. И вот таким вот здесь такой индийской, трилистник такой маленький. Теперь я это наношу вот здесь. У меня пока что еще нет ничего под глазами, нигде этого ничего нет. Вот мы сейчас с вами сделаем такие
Лазать по лесу, по лицу очень смешные. Я вообще сегодня буду очень смешной выглядеть. Вдоль глаз я точно так же наношу. А вот в этой вот части, в окончании носа, вот сюда на щечку. Может быть, это слишком толстые. Они должны быть очень тоненькими, небольшими. Теперь в уголках губ. Очень тоненькая кисточка, очень-очень тоненькая кисточка, и она мне очень помогает. И вот и на подбородке. Такие вот смешные треугольнички я везде нанесла. Вы можете еще нарисовать вот такой вот полукруг над верхней губой. Это сделает их выглядеть более объемными, но я сейчас не буду это делать. Это достаточно такая тонкая работа. Вот, а теперь я должна пальчиками вот так вот только это все вбить в кожу. Ничего не размазывается, только вот кончиками пальцев, подушечками пальцев вы должны это все вот так вот вбить в кожу. Здесь точно так же. Я смотрю еще в зеркало. У меня есть здесь рядом увеличительное зеркало. Уголки глаз. О, чуть-чуть больше здесь, чем нужно. Я не делаю это каждый день, я делаю это иногда, когда мне это бывает нужно, но, ну, в принципе, можно делать каждый день. Я вижу, что здесь не все в порядке. Этому меня научила девочка, которая работает в Армани, секции одного из лучших наших магазинов. Она мне предоставила вот эту вот Армани крем-пудру, все консилеры. И сама она получила образование и работает на производстве фильмов здесь. Так, сейчас я снимаю бигуди, делаю быстро, складываю назад. Можно было и меньше подождать, можно было чуть пару минут больше подождать. Вот, но достаточно это все очень быстро делается. Из моих прямых волос, которые только что были абсолютно прямыми, я могу их даже не расчесывать. Могу их просто расчесать пальцами, сделать вот так. Все, вуаля, все готово. Я могу их расчесать, могу нет, как угодно. Все, что угодно я могу с ними сделать, но это очень быстро. И если волосы короче, вы можете сделать короче. Если волосы длиннее, вы можете их сделать длиннее. Вот я поворачиваюсь вам спиной, показываю, как это будет выглядеть со спины, со всех сторон. Все готово. Все, следите за собой, будьте всегда красивыми. Помните, что красота женщины – это ее самое, это ее предназначение. Женщина не может быть некрасивой. Будьте всегда красивыми. Счастливого вам дня сегодня. Всего хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания.